Барамзин Денис Владимирович, Киров и Ребятка, журавль. Здесь больше не журчит живая речь. Едва заметно в зарослях крапивы стоит полуразрушенная печь. Над пустырем, топорщась сиротливо, застыл журавль, нескладный исполин. Внизу, под ним, в очерченном квадрате скользит за грань венца усталый клин его свободных небосводных братьев. Журавль скрипит, грядет его черед лететь в края, откуда нет возврата. Последний и единственный полет в бездонный космос черного квадрата, и на прощальный журавлиный клик глухим, протяжным гулом отзовется глубинный дух покинутой земли из темноты заросшего колодца. Два инока. Притча. Сменив мирскую суету на тишь уединенья, два инока в глухом скиту искали путь спасенья. Один мусолил псалтыри и не снимал лохмотьев под звон верижный до зари. Боролся плетью с плотью. Второй был простоват и тих. Не знал в обрядах толку, с утра трудился за двоих. Молился втихомолку. Посланник Господа за ним сошел с небес в сочельник. «Ты обознался, херувим!» — взроптал другой отшельник. «Уймись, брецающий кимвал!» — ответил ангел строго. «Пока ты душу бичевал, он молча слушал Бога». Колыбельная Бжезинке. Рваные тучи кружат верезницей, ржавая копоть и гарь, гул в котловине небес Аушвица. 44 январь. Отблески ламп, в нержавеющих душах пепельный дым, белый дом и искорки. Ввысь уходящие души, освобожденных трудом. Звездочка теплится точкой во мраке, превозмогая циклон. Люди на ощупь идут по бараку, словно волхвы на поклон. В угол, где мать пеленает младенца, нары, как будто ковчег. Гой, гой да гой, гой да гой, на Освенцим падает